Между тем, в сети появилось видео снежной лавины, которая сбивает людей с ног. На кадрах с камеры наружного видеонаблюдения видно, как две женщины медленно идут по тротуару на проспекте Толбухина. Неожиданно с крыши срывается огромная глыба снега, накрывает пешеходов. Один из автомобилистов тут же останавливается и спешит на помощь к пострадавшим. К счастью, все обошлось без серьезных травм.